Подходи, кто не получил. А кто получил, уйдите. Иди отдыхай. Там с чайком пешли. Итак, кто получил подарки, свободны. Кто не получил, получайте. Не создавайте очередь. Свободно, девушки, какие же имена, семена уже съели все. Давайте. А как можно, когда ее кочет? Ну нету ее. Моему здоровью, что посылали. Ну нету. Одна колбасу копченую просит. Вторая деньги, третья сладкого. А вы семена. Всегда раздали. Кто еще? Рыбку, а рыбка где? А почему? Откуда я привезу? С Москвы, что ли? Сколько вам лет? А у меня 77. И я вот должен вести пенсионер, а? Я не получаю никаких денег. Ну вот, и все, успокойся, все нормально. Итак, уважаемые земляки, кто еще не получил подарки от Владимира Жириновского, получайте. Кто получил, свободны, больше ничего не дадут. Не создавайте очередь, кто получил. Итак, уважаемые земляки, кто еще не получил подарки от Владимира Жириновского, подходите, получайте бесплатно. А кто получил, не стойте. Я вижу, с сумками стоят. По новой, что ли? Чайник, таски шубу шведу. Да, конечно, хуйню какую. Да нет, куда хрен ты подаешь? Ковид нету. Достали весь чай. Итак, кто еще не получил подарочки от Владимира Жириновского, подходите, берите. А кто получил, свободны. А зачем вы это все снимаете? Больше ничего не будет вам. Вы знаете то, что вы не имеете права это все снимать? Вы не имеете права это все снимать. Итак, у вас... Кто еще не получил подарки от Владимира Жириновского, подходите, берите бесплатно. Нас не надо снимать. Убери свою. А то сейчас разобьем. А что он снимает? Так ему а зачем? Пусть снимает. Ему больше ничего делать. Все верно. А смысл какой? Ну, какой? Чтобы люди посмотрели. Посмотри новости, в новостях увидишь. Ну вот, новости. Недостаточно.